достигая Израиль и весь мир. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас, и шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на этот выпуск передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Я продолжаю цикл, который называется «Исаия» и «Мессианские пророчества». Мы рассматриваем Слово Божие, и я показываю вам, насколько много мессианских пророчеств в Ветхом Завете. В прошлом выпуске я начал рассматривать с вами, что говорит Танах или Ветхий Завет. Мы увидели, что у Бога было божественное призвание для Израиля. В прошлый раз мы говорили о том, что Израиль как нация не исполнил свое призвание в полноте. Однако мы также говорили о том, что у Израиля есть божественный представитель, глава. И этот глава — никто иной, как царь Иисус, который умер с надписью «Иешуа, Иисус из Назарета, царь иудейский». И для того, чтобы понять мессианские пророчества, мы должны понять, что те вещи, которые Бог провозглашал над Израилем, хоть они исполнились в полноте через нацию, исполнились во главе нации царя Иисуса. Это важно для мессианского пророчества. Мы видим, как Матфей использует Писание об Израиле, применяя их к Иисусу. Если мы не поймем сути, то запутаемся. Давайте я приведу вам пример. Мы откроем Новый Завет, Евангелие от Матфея, 2 главу, с 13 по 15 стих. А вот Слово Божие. «Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу». Давайте разберемся с контекстом. Иосиф и Мария только что приняли Иисуса. Как только родился Иисус, Ироды предупредили о рождении царя, Мессии. Он ощутил угрозу. То же самое было, когда родился Моисей. Когда родился Моисей, фараон запаниковал. Мудрецы сказали ему, что родился царь, и он приказал убить всех младенцев евреев. То же самое было, когда родился Иисус. Почему? Иисус повторяет шаблоны в истории Израиля, потому что Иисус — божественный глава Израиля. И те вещи, которые пережил народ Израиля, Иисус также пережил в своей жизни, потому что Он — воплощение народа. Как фараон приказал убить младенцев, когда родился Моисей, так и царь Ирод приказал убить младенцев при рождении Иисуса. Вот тот контекст, который мы должны понимать. Давайте еще раз посмотрим на Писание. Это Евангелие от Матфея, 2 глава, с 13 по 15 стих. «Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Иродом, да сбудется реченное Господом через пророка. Послушайте, что пишет по этому поводу Матфей. «Да сбудется реченное Господом через пророка». А затем Матфей цитирует фрагмент из еврейской Библии. «Из Египта воззвал я сына моего». Я хочу, чтобы вы остановились со мной на минутку. Иисуса забрали в Египет, чтобы избежать резни, как это было при рождении Моисея. Иисус повторяет историю Израиля. А когда царь Ирод умер, ангел возвращается к Иосифу и говорит: «Я хочу, чтобы ты вернулся с ребенком в Израиль, чтобы исполнить то, что сказал пророк». А затем он цитирует пророка: «Из Египта воззвал я сына моего». Прежде чем посмотреть на то, какой фрагмент Писания цитирует Матфей, когда говорит об исполнении слов пророка: «Из Египта воззвал я сына моего», прежде чем сделать это, я хочу поделиться с вами кое-чем. Когда мы с вами думаем о пророчестве,
Матфей сказал, что исполнил слова Писания. Но когда мы обычно думаем о Писании, то представляем предсказание о Ветхом Завете, которое исполнилось или исполнится в будущем. И когда мы говорим об этих стихах, то имеем в виду провозглашение, которое точно предсказывает будущее. Например, в книге Даниила мы видим, как Даниил дает множество пророчеств о последних временах, о том, какой будет жизнь на земле в те времена. Даниил говорит: «Я видел видение, как люди ездили туда-сюда, и знание возросло». Даниил смотрел в будущее. Он говорит: «Я видел, как это случилось в последние времена». И мы видим, как много лет спустя слова Даниила исполняются. Люди путешествуют туда-сюда на самолетах. Мы живем в эру информационных технологий. Знания быстро умножаются по всей Земле. Даниил говорит о том, что поднимутся определенные цари, которые станут мировыми державами последних времен. И когда мы смотрим на пророчество Даниила, то ищем в них намеки на то, что случится в будущем. Но интересно то, что Матфей использует эти стихи совсем не так. Вместо того, чтобы брать фрагменты Писаний и показывать, как Иисус исполнил предсказания об этом будущем, Матфей берет историю Израиля и показывает, как Иисус пережил эту историю. Переживая историю Израиля, Иисус исполнил пророчество. Я хочу показать вам, что Матфей использует слово «исполнил» в отношении того, как Иисус исполнил пророчество, не только для того, чтобы показать, что кто-то в еврейской Библии предсказал будущие события, которые исполнил Иисус. На самом деле, Матфей часто показывает нам, как Иисус исполнил что-то, что Бог сделал в древнем Израиле, пройдя по тому же шаблону. Например, тот фрагмент из Матфея, который мы рассматривали ранее. «Из Египта возвал я сына моего». Иосиф вернулся с Иисусом в Израиль из Египта, где Иисус спрятался до смерти Ирода. Откуда взят фрагмент «Из Египта возвал я сына моего»? Он из книги Осии. И когда мы открываем Осию, 11 главу, 1 стих, то вот что мы видим. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Когда мы открываем Осию, 11 главу, 1 стих, и видим, как Матфей использовал этот фрагмент, утверждая, что Иисус исполнил это пророчество, то мы думаем, это не похоже на пророчество. Не похоже, чтобы Осия говорил нам о том, что нечто должно произойти в будущем. Не похоже, чтобы Осия предсказывал будущее. Когда мы открываем 11 главу, 1 стих Осии, то видим, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Бог просто говорит о прошлом Израиле. Не похоже, чтобы Бог предсказывал что-то о будущем Израиле. Но Матфей говорит, что Иисус исполнил слова пророка. Как он это сделал? Иисус исполнил слова пророка, потому что он — божественный представитель Израиля. А история, через которую прошел Израиль, исполнилась в Иисусе. А вот почему в Евангелии от Луки, 24 главе, мы видим нечто странное. Возлюбленные, у Луки мы видим следующее. Ученики Иисуса были подавлены. Они оставили все, чтобы последовать за царем Иисусом, которого считали Мессией. И тут его распяли. Мария и другие женщины сказали им, что он явился им, но они не были уверены в этом. Они шли по дороге в Эммаус. Этот город находился в 7 милях от Иерусалима. Мы должны поставить себя на место этих учеников. Они были в замешательстве. Они не понимали,
Что случилось? Они думали, что Иисус освободит Израиль. Хоть иудеи и жили в Израиле во времена Иисуса, они были под гнетом римлян. Евреи думали, что Мессия освободит их от тирании римлян. А теперь Иисус умер, и этого не случилось. Они не знали, что и думать. Они думали, что, возможно, поверили лжи. Итак, они шли по дороге в Эммаус в замешательстве и отчаянии. И когда они шли, им явился Иисус. Но когда Иисус явился им, у него была форма, которую они не узнали. То есть он выглядел не так, как выглядел ранее. Мы не должны забывать, что Иисус — это Бог во плоти. Он может менять форму. Например, Дух Святой в Деяниях 2 главе, 3 стихе, явился в виде языка пламени. А когда Иисус крестился, Он явился в виде голуби. Мы видим радугу, когда Иезекииль увидел славу Божию. Бог может являться так, как захочет. Мы должны понимать, что Иисус может являться каждому из нас в любой форме. Итак, Иисус является этим ученикам, которые шли в Эммаус в форме странника. Давайте посмотрим, что случилось. Евангелие от Луки, 24 глава, начиная с 25 стиха. Иисус подходит к ним. Они в отчаянии и обсуждают с досадой случившееся. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Далее мы посмотрим на 45 стих. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания, и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Для того, чтобы ученики поняли, что говорилось в Ветхом Завете о Мессии, Христе, Иисусе, им нужно было сверхъестественным образом открыть разум. Они должны были перейти на новый уровень понимания. Не забывайте, что большинство иудеев пропустили первое пришествие Мессии, потому что их понимание мессианского пророчества было весьма ограниченным. Я же показал вам, что мы должны понимать мессианские пророчества не только в контексте предсказания будущего. Мы должны понимать, что мессианские пророчества исполняются в Иисусе, потому что Иисус повторил историю Израиля, проследовав по тем же шаблонам. Мы увидели, что у Бога было божественное призвание для Израиля. Также мы увидели, что Израиль как нация не исполнил свое призвание в своей полноте. И когда мы разобрались с этим, мы можем перейти к Исаии. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и посмотрели на небо. Поднимите свои руки к небу. Я хочу, чтобы вы сказали: «Иисус, спасибо, что Ты, Иисус, простил меня. Спасибо, что спас меня. Я обращаюсь сейчас к Тебе». Служение раввина удивило меня. Оно касается души, люди спасаются. Они бегут как можно быстрее, чтобы принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. Бегут к раввину. Одна из главных причин, почему мы ездим по миру, чтобы проповедовать простое Евангелие спасения. Основная истина спасения состоит в том, что Иисус прощает наш грех. И куда бы мы ни ехали, на каждом случае
служении мы проповедуем Евангелие в простой форме, чтобы люди могли понять его. Мы приглашаем людей, которые никогда не принимали Иисуса в свое сердце. Мы приглашаем их принять Иисуса в своей жизни и получить прощение грехов. А вы никогда не просили Его простить ваши грехи и спасти вас. Но сегодня вы готовы отдать Ему свою жизнь. Если это про вас, то поднимите сегодня свою руку. Я прошу вас. Если у вас есть свидетельство о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельство», чтобы поделиться своей историей. Всю жизнь я был колдуном. Я стал им из-за насилия в семье. Я устал от этого и убежал из дома. Я начал употреблять алкоголь и наркотики, расплачивался за это интимными услугами. Я жил так 32 года. А 3 года назад я отдал свою жизнь Иисусу Христу, и это случилось благодаря вам. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного Царства. Спасибо вам. Пусть Господь изольет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Начиная размышлять над Исаией и мессианскими пророчествами в книге Исаии, я хочу, чтобы вы понимали, кем был Исаия. Во-первых, Исаия — пророк. Это глашатай Бога. В древние библейские времена в Израиле царила иерархия. И иерархия была такой — царь, пророки и священники. Мы знаем, что Израиль попросил царя, и в итоге Бог дал им царя. Мы знаем, что Давид был одним из царей. Итак, Израилем управляли цари, пророки, глашатаи Божии и священники, посредники между Израилем и Богом. Они приносили жертвы и поклонялись Богу. Исаия был уникальным пророком. Многие из них провозглашали свои радикальные послания на улицах. Исаия же был более серьезной личностью. Он был государственным деятелем и жил в благородном месте, служа 4 разным царям. Царь, под которым начал службу Исаия, под которым он получил призвание на пророка, это царь Озия. Мы читаем о нем в Писании, в 6 главе книги Исаии. Я хочу показать вам это место, потому что это важное место в Слове Божьем. Там рассказывается о том, как Исаия встретился с Богом Отцом в силе и славе. Послушайте, что говорит Писание. Это 6 глава с 1 по 9 стих. Итак, Исаия пишет: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «А вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Это призвание Исаии. И я сказал: «Вот я, пошли меня». После того, как Исаия пережил невероятную встречу с Яхве, Богом Израиля, Господь сказал ему: «Кого мне послать?» Исаия отвечает: «Вот я, пошли меня». Когда Исаия принял этот призыв,
Он отличался от других пророков. Он был государственным деятелем, богословом. А его пророческий труд, книга Исаии, самый большой пророческий труд во всем Слове Божьем среди всех пророков. В книге Исаии 66 глав. Первые 39 глав книги Исаии говорят о Божьем суде над народами и Израилем. А последние 27 глав связаны в основном с Мессией. Как он будет выглядеть, кем он будет, откуда он придет, каким будет его служение. Они также говорят об установлении мессианского века, того, что будет на земле, когда Мессия в полноте установит свое господство над миром. Возлюбленные, в продолжение этого цикла мы углубимся в книгу Исаии. Вы удивитесь тому, что увидите многие писания, которые вы слышали раньше и которые стекали с вас, как с гуся вода, проникнут в ваше сердце. Вы укоренитесь в Писании благодаря этому циклу. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Даже те места Писания, которые вы вспоминаете на Рождество, вроде «ребенок родился нам», «сын дан нам», вы увидите, как много из этих знакомых мест Писания на самом деле взяты из Исаии. И когда вы увидите, как их цитируют в Новом Завете, то укоренитесь в том факте, что Иисус Христос — единственный путь к Богу. Это поможет вам смелее говорить о Боге. Ведь когда на вас стоит печать Бога, вы становитесь смелыми. Часто люди не могут смело проповедовать об Иисусе, потому что они не совсем убеждены. Но, как я сказал вам ранее, Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Я обещаю вам, что на следующей неделе Божье Слово углубится в ваше сердце, раскроет его божественной силой, и вы обретете еще больше радости и уверенности в Иисусе, когда Новый Ветхий Завет сходится у вас словно рука с рукавичкой, а вы готовы двигаться вперед в вере, в духе, истине и силе. Вот почему я здесь. Вот почему Господь поднял у меня для этого времени, чтобы снарядить церковь, и она поняла еврейские корни веры. Не забывайте, что Иисус сказал самаринке: «Женщина, спасение от иудеев. Поэтому, Отче, мы просим у Тебя духа мудрости и откровения, когда мы будем подробно изучать Твое Слово в последующих выпусках. Отче, я молюсь, чтобы в Мессии иудеи и язычники стали единым целым. Мы видим, что Иисус — это главная тема Писания. От начала Слова Божьего и до Его конца. Отче, мы хотим поблагодарить Тебя за Иисуса. Мы любим Тебя. Я говорю это от имени каждого, кто любит Тебя. Пусть Бог благословит вас. Шалом». В книге «Чисел» Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Свое имя на них и благословит их. Ya'er Yahweh p'nav elecha v'ichunecha. Yisa Yahweh p'nav elecha ve'asem lecha. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир.
Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз на нашей передаче раввин расскажет о том, как Исаия не только пророчествовал о том, где и как появится Мессия, но и о том, где будет его земное служение. Я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю землю, в поисках тех, кто ответит ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Мы каждый день ставим Его на первое место в своей жизни. Мы следим за своими мыслями, осознанно фокусируемся на правильных вещах, следим за своими словами и за тем, что мы смотрим по телевизору. Все это важно для Бога, включая также и наши финансы. Вот почему на протяжении всей Библии мы видим, как люди, любящие Бога, почитали Его своими финансами, начиная с Авраама. Если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвование, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь раввина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и кроссейдер. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 45370. На земле многие из нас верны Господу финансами. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Господь побуждает вас помочь раввину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телевизионное, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет раввину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, которые вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Телепередача «Раввина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. «Раввин еврейский, верующий в Мессию Иисуса». Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».